Так, пацаны, спустя 3 часа после открытия сервера я все-таки смог зайти. Как я не смог зайти, теперь мне мозолит башку программа Shadow Play, которая не может нормально врубить запись экрана. Но вроде как-то я придумал. Короче, аккаунт мы зарегистрировали, вы увидели, что... Талибас не может зайти на смотри. Да иди в шраку, ты мне с днем народжения, на поздорово, там у меня день рождения, 12 июля было. Короче, пишем ник, и еще главная новость, микрофон я сегодня заказал за 5 косарей, рублей. Так что скоро придет, ну, в течение там 2 недель, и будет просто ваши ушки в балдеже. Вот, мужской, пишем свой ник, продолжаем. И как нам сказал агрессор, то есть один из создателей этого проекта, что... Выбирай мать. Ладно, выберите, типа, персонажа, потому что потом вы, типа, перебрать его не сможете, потому что системы еще нет. Главное, кстати, аккаунты будут удалены, вот это все. Выбираем, как-то, короче, красивую мать и красивого батю. Так, вот, первый батя. Надо красиво, да, подобрать? Делай красиво. Короче, выбираем красивого батю. А, короче, вот этот нормальный, все, не будем заморачиваться. Так, выбираем вот такую вот прическу, ястреб, если не ошибаюсь, она называется. Цвет волос. Ну, рыжий, можно рыжий такой. Не, ну это прям вообще рыжий-рыжий. Я хочу вот такой, я рыжий-рыжий, конопатый. Так, давайте сделаем черный, да и не будем париться. Все, короче, все равно ебать. Не, пацаны, настраивать я не хочу. Прыщи на лице. Чего? Да. Короче, смотрите, сколько настроек. На CCD такой херни нету, столько настроек. Смотря рейс, возвращение наш сервер. Вот вы вышли какая. Вот это прикольно сделано, как типа в онлайне. Вот это прям респектос. Add skill. Сегодня не запланированных мероприятий. И это, пацаны, мы попали в МТА. Ай. А чё так больно? Так, двойка. А, двойка, это респаун. Три, это фонарик, ну, фары. Так, как завести на что? На четверочку. Ну, в принципе, у вас отсутствуют водительские права, да? Так, что нам надо делать? Нам надо делать чумаш онлайн 82 из 1000. Ну, прикол там, наверное, уже там половину вышли, половину зайти не могли. Если бы это все при начале было, там было бы людей прям... Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Давай выезжай. Короче, пацаны, домики скуповывают. Чё по домикам, пацаны? Чё по ценам? По местах-то 4 миллиона за 3 парковочных места. Так, пацаны, тут уже скупили. Сколько тут оно стоит? Так, 4 миллиона, 3 парковочных места. Ну, пацаны, уже неплохо, неплохо. Чем мне нравится сейсматра, я думал, CCD будет пизже, чем сматра. Ладно, но показать подсказки, давайте пока покажем подсказки, ебать, микрофон X, здорово, а вот да, слышу, Яма там пацану вверху, чем мне нравится F3, как, ну в принципе офигенно, чем мне нравится смотра, она не ушла от темы МТА, тот же CCD ушел в более ВРПшную сторону, пацан, я понял. Ушла более РПшную сторону, а она смотра осталась как МТА. Просто тачки, тюнинг и т.д. и т.п. Ну, как я говорил, ну, нам, вернее, презентация была, то каждой марки есть свой автосалон, там есть Элитка, есть BMW, есть Mercedes, есть смешанные. Сейчас я вам на карте, в принципе, покажу. Так, вот, автосалоны. Автосалон Mercedes, BMW, мультибрендовый, российских авто, элитных. Вот категория автошколы, категория B, категория C. Сейчас все цены по 100 тысяч. Пацаны. Чё? Кто подбросит? К работе, куда? Пожалуйста. Типа деньги надо заработать, ты понял, да? Угу. А чё у тебя какой ник, а то у меня чуть не пишется. Понял. Бентли лучше не бутвай. Дрифткорч? Дофига. Ну короче, смотрим номера. Номера, в принципе, так как это первая версия. Бока и все. Нормально.
Короче, суть этой серии такова, что мы сейчас добежим, проверим работу и поедем, купим какую-нибудь тачку, а в следующей серии мы уже посмотрим автосалон и посмотрим тюнинг и т.д. и т.п. Так что присаживайтесь поудобнее, мы только начинаем, подписывайтесь на канал, не пропустить много годноты. ВКХ 315. Номера, кстати, они отрубили систему, чтобы покупать. Вырубили систему чипов. Хотя на презентации она была, но он сказал, типа, что обнулить до стоковых нельзя. Чиповки. БУ рынок, он есть, временно отключен. Что он еще говорил такого? Ну, короче, в принципе, норм, но спидометр такой, если честно. Мне не очень нравится. Смотря как кому, но мне не очень нравится. Поворотники работают, вот это прям прикол. Ручник-то я видел, там модельки, там они прям запарились сильно. В принципе, норм. Надеюсь, я сейчас запишу это не просто так, а что мне... Welcome, блядь. Спасибо, удачи. Давай, удачи. Ебать, планшет достался, ничего себе. Хотите начать карьеру на винном производстве? Нихера себе, ну под углом, да. Вас приняли работать. Получили F5, начните рабочую смену. Ибо. Ответственность, так, текущая задача. Так, начать. Все, началась рабочая смена. Побежали, пацаны. Бежим, пацаны, на метку. Вот GT-шка стоит. Пока покажу вам модельку. В принципе, вообще топ. Только меня бесит, знаете, что меня бесит? То, что... Оно не отображается нигде, пацанов. Вот это прям бесит. Блядь! И чё ты сделал, пацан? Сука, теперь в больницу. И как мне добраться из больницы? Заебись. Я больше ничего не могу сказать. Я в центре Лос-Сантоса. Все, что я могу, это посмотреть эти салоны. Мне теперь надо ебашить просто на работу. Так, пацаны, угнали его. Угоняем, пацаны. Так, заводим. А чё, на четверку? А, блядь, у меня же прав нету. Угонщик ёбаный. 5, всё, начинаем рабочую смену. Всё, рабочая смена началась. Теперь бежим на метку. Я надеюсь, будет на метке всё зашибись. Я возьму на велик на всякий случай, чтобы у меня опять это... Так, Е60. Тень. Я уже знаю, что я куплю. Мне надо зарать дом мест на 10, как минимум, чтобы купить все, что я хочу. Потому что я видел здесь столько офигенных тачек, что это капец. Я так понял, здесь на велику можно работать хорошо. Но лучше пешком. Так, все, мы приехали. Суть. Подбежали. Ага, он типа в винограде их срывает. У них текстурка не пропадет, это понятно. 10 килограмм. А, ну велик, я так понимаю, здесь надо, потому что здесь ездить надо прям очень хорошо. 10 килограмм. Далеко? Так, пацаны, я уже 30 кг собрал. Это типа по приколу вниз-вверх, я так понимаю. Типа точки только вверху или только внизу не появятся, да? Так, пацаны, я что-то собрал 40 килограмм. И мне босс, бабушка, короче, какая-то, отнеси, пожалуйста, собранный виноград на склады. То есть я думал, что типа мы собираем сколько хотим, а потом относим на склад, типа вообще без разницы. Оказывается, 40 кг собрал и относишь на склад. Вот в чем прикол, Карл. Короче, 50 кг мы принесли. А, можно закончить рабочую смену? Нарушение 23. А, суммарный заклад за смену 100 тысяч. То есть за 1, за 10 кг нам дают... за 10 кг нам дают, соответственно, 20 тысяч. Нет, пацаны, вот собрал одну метку, и вторая появилась здесь. Короче, как кому повезет, я понимаю. Ну, смотрите, то есть за 50 кг нам дают 100 тысяч, и нам хотя бы 3 миллиона надо на домик с тремя местами, или 4 с тремя местами. Что такое? То есть, на работай. Еще здесь нарушения есть. Ну, хоть радует, что тачки все по 100 тысяч. Вот это прям прикол. Автошкола категория Б, давай. Так, ё-моё, частная автошкола Нельсон, договор, указание, ё-моё. Подпись, нажмите сюда. Подпись Эван. Ничего себе. Ответы. Можно ли водить транспорт в состоянии опьянения? Нет, запрещается. Какая кнопка переключать режим света, фар, габарит,
тройка. Чтобы флипнуть транспорт, надо нажать двойка. Какой кнопкой заводить и заглушить двигатель? Четверочка. Отдать на проверку. Правильных ответов 4. 4 года стажа на смотре. Ой, вернее, 3. Так что все нормально. Категория Б. Здесь категория сдан. Прийти к экзамену в городе. Копейка? Ничего себе. А, она еще дрифтовая на 99-м реке. Ой-ой-ой, не тормозит она, не тормозит. О, прям как в жизни. Конечно, непривычно смотреть на копейку с копеечной панелью, как это странно не звучало. Ой-ой-ой-ой. Потому что у меня на шестерочной панели, вот это идеал просто, с копеечной прям такое. Ну, в принципе, просто по кругу проехаться и все. Ложим боком, ложим боком. Нет, в принципе, вообще кайф, а нет, не по кругу, надо куда-то еще уехать. Боком. Не, ну, блин, кайф. Если здесь будет там полностью весь АвтоВАЗ, ну, 470 моделей, я думаю, да, она не поворачивает, прям как в жизни. АвтоВАЗ весь там от копейки до приоры, там, универсала, не знаю, там, тупо все копейка-пятнашка, там, приора, гранта, веста, вот это все, это будет прям идеал. А, все, назад. А, пацан тоже. Не туда поехал. Че, не туда поехал? Я понял. Так, это только начало. 200 продолжительность. В чем прикол? А, дрифта продолжительность, я понял. Fire Trap, привет, третий смотра. А, я понял. Здесь столько много знакомых игроков, хотя я играл еще на первом сервере, еще в 2018 году, но все равно половину помню. Типа, заходишь и сразу видно. Олды, можно так сказать. О, все, подъехали. Ну, в принципе, что сдали? Black Mafia. Получен новую лицензию, вы сдали все экзамены на категорию Б. Идеал. Вот здесь тебе выдали права водительской Б. Че, банкоматы работают? Звук с банкомата? Номер счета. Снятие наличных. Это банкомат. Здесь банк. 1000. Ой, 10 тысяч у нас на банке лежит всегда. Снимаем. Наличные. Вернуться. Кстати, интересно, проценты есть или нет? Все. Классно. А на этом все, пацаны. Вот такой вот видос вышел. Главная система, первая работа. Получаем права. В принципе, для первой серии более-менее нормально. В следующей серии поедем, купим мне тачку. Посмотрим на все автосалоны. Следующая серия будет завтра, так что подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, пишите ваши вопросы. По максимально, какие вас интересуют по поводу сервера, буду отвечать. На этом все, с вами был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока.